Трёх, это его. Что ему это нужно. Я вот в первую игру я сразу понял, что она есть. Как тебе было быть мафией? Понравилось очень. Вот еще перевариваю игру, потому что я первый раз. Всегда приятно с новичками поиграть, потому что приходится людей заново читать, которых не знаешь. Есть спортивный интерес узнать, как-то разобраться в людях. Хорошо встретились, посмотрели. Мне, на мой взгляд, первая игра самая лучшая. Придерживаться тех правил, как изначально мафия получила распространение, без всяких затычек. По поводу меня, мне очень понравилось сегодня. Настоящая хорошая игра такая, которая вдохновляет, заряжает, вводит в состояние ребенка. Вообще все такие обсуждают так бурно, блестят глаза. Так что, да, круто.